9 августа. И пробка по всему Киеву. Обратите внимание, что тут происходит вообще. Даже трамваи проехать не могут. Смотрите, что с машинами впереди. Посмотрите, даже УАЗик наполовину. Короче, машины нигде проехать не могут вообще. Смотрите, что происходит. Люди ползут вплавь до УАЗика. Видите, вот человек. Полная труба. Машины просто поток со всех сторон. Трамвай не в состоянии просто проехать, потому что нереально. Он наполовину просто туда зайдет. Машины потопли. Вон человек впереди пробирается, видимо, вылез в УАЗик или пытался к нему пройти, я не знаю. Короче, чудеса такие по Киеву творят.